И всем привет, дорогие друзья, с вами вновь Кефирчик ТВ, и сегодня мы поиграем в такую игрушку, как Train Valley. По-моему, так это произносится. Вышла игрушка это совсем недавно, разработчик мне предоставил ключик. Суть игры в том, что нам нужно разводить поезда. Помню, играл в такую игрушку в самом детстве еще. И мне нравилось. Давайте сейчас посмотрим на это. Начинаем. Запускаем. Я тут построил немножко путей уже. Поиграем совсем чуть, буквально минут 15, не больше, я думаю. Итак, вот, в общем-то, разводим поезда и так далее. Можно, если нажать на вот эту штучку, остановить его или развернуть в обратную сторону. Можно увеличить скорость. Так. Ну и вот мы видим, первый поезд красный у нас уже доехал до своего местного значения. И теперь у нас тут есть желтый поезд, который нам фиг знает, куда надо отправлять. А, я еще путей не достроил даже, чтобы... Так, стоп, нет, вот отсюда. Знаете, вот так как-то сделаем. Успеется? Так. И еще, думаю, сделаем тут какое-то разветвление. Вот сюда. К примеру. Если бы сделал это раньше, то смогли бы синий поезд запустить вот сюда. Так, синий поезд запускаем. Пусть сюда он у нас едет. Так, новых поездов больше пока не вижу, не наблюдаю. Можно вот так вот поближе смотреть как-то. Ну вот, в общем-то, заезжает он на нашу базу. Новые поезда, где вы? Режим удаления. Так. Дополнительный поезд, не знаю как. Отлично, в общем, завершаем. Не все получили за этот уровень, но все же. То есть видим, только два штампика у нас на марку попало, значит, только две из трех звезды. Так. Следующий уровень. Направляйте поезда только на соответствующие станции и доставьте как минимум три дополнительных поезда. Отлично. Так, сейчас у нас тут все построится. И давайте как-то нам... По-любому надо строить. Вот сюда. Так, стоп. Вот так. Вот так. Вот, отлично. Теперь желтое надо как-то сюда соединить. И... Вот сюда. Две стрелки такие будут. Так, отсюда больше пока ничего не вижу. Так, этот поезд пусть идет сюда. Дополнительный поезд в желтый. Давайте. Блин. Так, что будем сделать? Давайте, может. Тут тоже желтый у нас. А вот сейчас вот этот проедет, и, соответственно, запускаем его. Вот сюда. Ну и вот этот, я думаю, тоже сейчас запустим. Да. Синий поезд у нас дошел. Желтый запускаем. Вот так вот примерно это будет у нас выглядеть. И этот у нас должен пойти в синенький. Давайте построим дополнительное какое-то ответвление, что ли. Не знаю даже. Как бы... Е, режим удаления. Удаляем.
Так, ну это запускаем. Вот сюда. Так, интересно, отсюда можем как-то? Вот так. Черт. Нет, мне такого не надо. Спасибо. Красный запускаем. Вот так, вот так. И сюда у нас все красное идет тоже. Сейчас его, соответственно, тоже запустим. Наполнительный поезд голубой. Нормально. Так. Отправляем красный поезд в путь. Так, он у нас едет в красный город, да? Тогда вот так. И вот этот тоже в красный. Запускаем. Есть у нас синий. На синюю станцию. Так, вот так. Отлично. Появилась у нас зеленая станция. Сразу строим примерно куда-то сюда соединение какое-то. И вот сюда. Не знаю, честно, что за фигня получилась, но что-то такое. Синий отправляем. И это в желтый. А давайте еще напрямую сюда построим. Нормально. Он в желтый поехал. Этот правильно все едет. Так, зеленый. Поехал. Так. Придется как-то вот сюда. Черт, они сейчас врежутся, да? Давайте. Так, продолжаем ехать дальше. И это у нас тоже желтое чудо едет. Так. И это у нас в красный город. Если честно, вот тут я фигню какую-то построил. Давайте удалим сейчас вот это вот чудо. Ну и вот это вот так сделаем. А это я хотел что-то вроде вот этого. Вот. Так, зеленый, зеленый, тебе куда? Черт, черт, ребята. Что-то не то у нас. Вот такая вот фигня получилась. Строим путь заново. И теперь у нас красный поезд красный поехал. Этот красный поезд красный поехал. И голубой поезд у нас еще должен поехать тоже. Так, тут все нормально. Так, чувак, чувак. Ну. Yes, успел. Прям друг за другом они идут. Все-таки все нормально у нас вышло. Очень этому рад. Так, и вот отсюда еще что-то. Вроде вот этого хотел построить. Так. Желтый успел. Нормально. Голубой сюда, 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 сюда. Вот сюда. И еще вот этот голубой тоже. Направляем туда же. Угу, отлично. Так, ну этот поезд, я надеюсь, быстро сейчас проедет, чтобы этот тоже, соответственно, успел. Так, так, так. Да, вполне успеваем. И это меня радует. Немножко, конечно,
плохо было то, что у нас сейчас поезда врезались друг друга, но... Так, отлично. Завершить. И опять же у нас только два штампика. Ну давайте, ребят, просто на этом закончим. И в следующей серии мы уже продолжим, будем играть больше. Это был что-то вроде первого взгляда. Игрушка вполне хорошая. В общем-то, графики больше ей не надо. Разработчики молодцы. Я думаю, больше, конечно, дальше будет еще уровней. Хотя их сейчас уже приличное количество. Но игрушка будет дорабатываться. Она вот буквально несколько дней еще в релизе. И всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. Дизлайки, если нет. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь. И всем желаю удачного дня. Пока-пока.